выпадет. Разберемся. Другие шмотки, может, нам нужны будут еще. Это, я на замене посижу, тут дома дела. Я на вальку зайду там, если что, можно будет? Да, да, да. Шмотка нужна на вальку. Поезд вообще нужен кому-нибудь, этот ебаный? Связывайте, я так хотел сделать. Я думаю, нужен будет этот поезд. Поезд, который... А, на ДД, да? Да, сейчас я... Мне не нужен, у меня за УД, я от него тащусь. Просто физикестного не нужен, мне он очень нужен. Кольчужный поезд это будет троллить? Да, так, я. Давайте лог, забегай в инст, и пошли в каф, и полетели. Ты на ДК, тебе пояс этот надо? Да шучу я, чё ты, блин. ДК, а, Марсес, надо что-то с босса первого. А там три сердоля надо менять, мне жаба давит, на самом деле. Так сколько готов за эту шмотку поставить. Браска, а чё за... Ну я ставлю 3К, если что. Что? Я говорю, поезд с РПВ. Ну, сейчас иди на замену туда, буду Реван 4. Мне поезд тухлого нужен. Да я понял, что за поезд. Ну посмотри, кольчужный. Так, ребят, подождите 5 секунд. С первого босса еще есть, кому шмотка не нужна какая? С первого босса. Один на замену. Джанг, ну давай ты, Джанг. Смотри, если запы танковские нужны танку, то я могу на замену пойти. Шалом, православный мой. Здорово, пока. Ну, лок, давай, хоть один лок, зайдите в инст. А что, квесты надо? А, у нас же кто танчит? У нас танчит пока у Палинджер и Андрюха. Квесты будем делать? Палинджер это кто? Ну, то новый ДК, паладин. Ну, он заберет запад, да? Как он их заберет? У него ЕП нихуя нету. Ну, по мейну все. Да, у него... Нет, я хотел вот как раз по поводу некоторых правил рассказать, что это, типа шмотки с ЦЛК, люди, которые... Я, если что, смотрел, ведь когда вы к Вале подойдете, чтобы я мозг не ебал, не спрашивал. Включат. Так вот, хотел предложить, что люди, которые только пришли в гильдию, первые КД с ЦЛК точно ничего не лутают, и до печеньки там от звания ветерана только не лутают, и ты топ-3. Что никому не надо, что никому не надо. Да, так шмотки, которые никому не нужны, не могут лутать, а которые кому-то нужны, из тех, кто уже, которым мы доверяем людям. Да даже если ему надо, у него ЕП нет, то есть он только пришел. Ну, шмотки за 10 отдают, а ЭП дают 50 в начале. 5 шмоток, нормально. Да, поэтому... А где Юя? Верните Юнит. Он написал, что его сегодня не будет. А в какого бомжа напуливать тогда надо будет? Ну ты бомжа. Бомжа тебя напулил. Что, бомжа? Что там, блядь? Супертанк у нас. Две. Уфолок. Две будет у нас моим танком сегодня. Сейчас смотри первый 5 пальцев. У него лишая нету, надеюсь? У него есть, все сдохните. Но он через напул не передается же. Ну он передается просто от того, что ты с ним в рейде, понял? Ты по умолчанию уже плешивый, понял? Да, и только тебе передается. Да пока упрыгай сразу с танком. Я уже давно. Что, не Ивакачи? Ивакачи тоже не будет. Джипси, надо с первого босса что-нибудь? Нет, мне стухлого надо только. Да он... напишет там, если я забуду. У него давайте нормально, вообще нормально с игрой или надо по КД напуливать? Блять, короче, по КД всегда напуливает. Нормальный этот напуливает по КД, хан. И рога. За проходкой? ДХ это за бринтролью, за 40 тысяч покупает у нас. Блять, а я думал сейчас бринтролику с тела утону. Ты уже себе этот забрал, бля, не въебывайся. Как там, Глору забрал. Да вообще, слюни пускать на все пухи подряд. Глоры есть, все. Так, а бринтроль для ПВП? Да он говно в ПВП. Так уже Глора для ПВП, у тебя же этот есть. Всем похую на ваше ПВП, иди тебя бесит трэш. У меня, я с героическим ходил. Кстати, а Апокал, чтоб ты Глору сейчас на танка делал. Угу. Ёбаный сырник. Это блядь. Говнище Начина. Полное, Глора... Ой, не Глора, это бринтроль на танка точно говно. И ПВП тоже говно. А какая двуручка лучше бринтроля, а, скажи? Любая, абсолютно любая. Да вообще похуй, танку похуй, он агро держит через ЛПхи.
а двуручка танковских статов не дает. Так что похуй. Равные дырки. Имен. Ну вот две вот дырки в блиндроле. Так же, как и в луре. Меткость не стат или там топить? А вот там меткость и так за глаза будет. Там стамина-то есть? Можно сказать, что я играю, да. Так за глаза будет петь, и не одевать пуху важно. Ну да, ну оно и без пухи вообще, да. Хотя нет, получается, да, пушки, все. Нет. Агро от руника тоже есть. А вот без руника ты не воспользуешься без пухи. Так что белую пуху говняную. Что, пойдет в агримарий, купит тренировочный меч. Ой, ребята, да. Чуть-чуть потише, а то, блин, это уже... Громко слишком. Тренировочный меч есть, герой есть. Собственно, да. Это чтобы каждого слышали, надо громче говорить, понимаешь? Где рога? Ну, да. Говно. Я говорю, надо настроить приоритетный режим. Я вот себе могу сделать приоритетный режим. Ну и я могу еще бы сделать. Ну, вот и будем вдвоем с друг с другом разговаривать, если они будут делать. Доминировать будете, да, что ли? Идеально. Давай, Петя, работай. Да я так думал, что мне никто иногда не отвечает, а когда ты говоришь, меня не слышат, походу, да? Нет, ты у меня на 20% слышишь, все. Я тебя не всегда слышу, ну, за прошлую. О, Петя, скоро тебя поебать. Мне не нравится, когда люди плачут, чтобы я типа там не говорил, когда они не в курсе, что можно самому забанить и не слушать. Чинка, все, давайте спокуха, парни. Надо ханда искать, короче, либо рогу в гильдию, я понял. Давай я сейчас оденусь, и это будешь искать ханда. Давай не будем бить, давай. Как ты посмел? Ты что меня не догнал? А там же Наоми был, он же напуливал, только меня не было. Саш, у меня есть там хант, могу за него зайти, он 34 левела. Да, да. На полу, чисто хант на полу называется. Ну, чисто баф увидеть, что на, тут был, да? На полу акула, бля. Ребят, кастеры, подойдите ближе, пожалуйста. Ребята, кастеры, хилы, подойдите ближе сюда, чтобы леса снимали эти. Бля, на дорогу искать еще. Я заебался этих скелетов бить, если честно. Уйдите из-под ебла. Выбейте интеллект. Диспельте танка, блядь. А я не могу сделать, у меня не диспельте. Играйте по жукам вначале, плюс подойдите все ближе. Там еще эти коконы надо ваншотать от балета. Можно вести ебучего большого скелета в пачку? Можно не худить? Нет. Спокойно. Да. Где ДПС? Вы что, гоните, что ли? Танков всех сложило, не прохилили танк. Здесь не танк не прохилил, здесь сейчас все, блядь, меня ведет в кокон, все стоят далеко. Так близко подойдите, чтобы коконы разбивали. Я в них, лёг. Саш, я стою в стреше сзади, прям стою за спиной, блядь. Ой, тихо, что ты такие громкие? Спокойно. Все, пошли. Байер в ахуе, наверное. Трюха решил ворваться. Че треса столько набрали? Там комбат есть? Yeah. А, блять, вы треша пиздец нагрели, ёбан. В смысле треша, блять? Вы че нахуй? Я стоял, короче, прожимался по КД, я половину фуловый на тебе, не фуловый стоял. Заходить можно-то, нет? Нет, упадите все, блять, сейчас пойдем заново. Не хватит трындеть, а? То будем сейчас 1000 лет здесь проходить. На ком падаете? О, привет. На трэше, сын. Пока на трэше. Пойдите все, пока еще не заходите. Мы. Они на мобов согрелись. Пидорас, потом, блин, наебал. Давай тогда забегайте, Андрей, заходи, хилы заходите, прохиливайте. Сразу, идите танками. Разверните только моба. А нет, дайте
какой-нибудь минимальный ребаф. Похер, что нет хилить. Давай и большого убьем. Разверните его тут. Ну, большого. Так, есть еще один человек на замену, кому нужно? Давай, бери сосунку с шухрю хапалом, а я пойду пока на замену, Саша. Хорошо. Я здесь в МС останусь, как бы не буду, офнс просто. Их надо банануть, я зайду сразу же. Сейчас, давай этот, Сань, лети в инст. Сиди пока, Пау Инженер, или как там. Сколько спек поменять, 10к ОД, да надо? Ой, в смысле 10к этого ЕП, да? Нет, уже 20. Ты какой спек? У ханта по факту почти все одинаковые шмотки, тебе бесплатно будет. Нет, в смысле нет, класс, в смысле. На сову, на сову. Ты уже полутал топ, ты уже полутал топ-3, но я тебе не дам возможность полутать. На сову, а чё ты? Нет, мне похер, сова, не сова. А я коры мочу. Сейчас нужно уже учиться ответственность нести за свой выбор. Либо не брать шмотки какие-то топовые, либо если собираетесь персонажа менять. А на хантов нет все равно. Ну все, захочешь пересесть с ханта на кого-то другого, выбираешь 260 ханта в гильдию стабильного, и все. И идешь на кого-то. Блядь, 262, но... Ну что мелочиться? Выше 260-го хантов не видел. Это самое. Мы в бою, пусть я улети сам. Либо жди. Ну либо жди, либо лети. Блять, пришел самый низким был и там левел. Получается, шмоток не утал ливаешь? Непорядок, крысятничество. Минус епуя. Слышишь, я вообще молчу, блядь. Тут некоторые, блядь, начали шем делать, их спек поменяли, ну, блядь. Тут меня кто-то, блядь, обвиняет, он прикольно. Да, кинул мой город. Молодец, молодец. Смотри, он больше шем точно собирать не будет, я тебе тоже скажу этот момент. Я его и не хотел, я больше того скажу. Я сразу, когда пришел на шем, сказал, что шем собирать я не буду. Все. Я вообще просто спросил, наверное, это. Я ничего не собираюсь менять. Да, скандалы пока я отсутствовал. Ты очень долго делаешь квесты на шее. Говорят, на тебя написали на форуме, что ты кинул кого-то. Да похуй. Да я видел, что ты долбишься в жопу на форуме. Это же правда, наверное. Да спокойнее, скажи. Ну. Нервные. Не, больше что. Ты можешь что хочешь фантазировать. Нет, это форум же, чё ты. Форум — это забор. На заборе написано, значит, правда. Кто там базарит? Я напулю на тебя. По левой стороне этот активировали ловушку. Как он встанет, меня шотнул? Вот как он встанет, шотнул, сука. Он встанет, махает перед собой. Да? Ярик, нажми этот сейф под каст, нажми. Продлишь на следующий каст. ТРДД, подойдите ближе к мелизоне, чтобы вас разбивать было быстрее. Давайте Геру дадим, убьем. Надо паука. Геру, успокойся. По паукам играйте. Даю Геру. Да, разверните. Кнопка минусы подергается уже. Будет этот, Blood Raven 4К поставим. За пояс. Хочешь больше, ставь. Сами, ну, сурф надо будет брать 3 конспектница потестить. Да, надо посмотреть нормального AirPal, что он может. Мне тоже интересно. Тысяч.
Ну, я тогда за 3 забираю, я 3 ставил. Ка, ставишь больше? Он сразу забирай. Зака ставил, а потом минуснулся, так что... Тут просто без вариантов. Ну, давай 4-4. Вместо Эйбу Дрейвена зайдешь тогда. Я, кстати, слышишь, Иран, ведь ходил вчера с этими стоморовцами ночью в Каражан. Там танк был 64-й, ну, в смысле, Т-10 64-й. Но он, блядь, не уступает ни капельки, блядь, 4-Т-4. Напала? Не, не напала, она мишку. Ебать, он тебя хуярил там, ну, медведь. Да. Нет, 2-Т-4 просто в агро лучше. За счет растерзать, yep. Плюс тебе не надо отдельно кнопочку. Ну, ему, короче, это не мешало, ему у него было 4-10. Хуярил там, блядь, бежал, собирал. У него было сколько там, 8, что ли, когда ДПСа было, я не помню. Короче, по класскам хики возьмешь этот класски ДДшные. ФДК тоже ДДшные. Я возьму СПДшные, Сатуна тоже прилетит, возьмет СПДшные, Войт тоже возьмешь СПДшные, Андрей возьмешь сапроты. Так чего, ну надо что-то с босса первого. Пояс уже 4-4 поставим за пояс, если пояс нужен. Я думаю, покупателю нет смысла что-то давать вообще. Так это что, начало нового босса и все? Покупатель да. Чисто этот... У кого ты там говорил ДД фласки? ДД фласки с хики и FDK будет. Ну, хай FDK. Подожди, я еще ничего не взял. На пул и вулфолога, да? Если что. Извините. Сразу... Вулфолога я даю пула. Все, сейчас все тихо. Да, на пулу даете вуфолога, Женя офф и персонажа, Сацуны Сум. Я здесь, я прям здесь, офф на Сашу. Все. Сацуны Сум, раздаем фласочки. Поставлю ГБ сейчас. Выбирайте. Сацуны возьмешь СПДшные фласки, тоже раздаешь их. По сколько, по две? Блядь. Или по сколько? Ты что такое? По одной. Да, у меня накрывается рюкзак. Да заткнитесь, блин! Сосун и Сум. Дали ребаф. Сразу же. Да, ты Паллинджер в танке. Апокалипсис, Паллинджер и Уфолог. В этих трех людей закастуйте СС. И что там? Так, Джанг тоже в рейд вместо Будрева, ну давай. Засумоньте. Уфолог, да, МТ-шет? За фласки, да, у Фолога на пул, и Паллинджер и Апокал стоят просто в танке вдвоем. Так, теперь начинает босс крутиться, отбежали первая пачка влево, вторая вправо, максимально, третья влево, четвертая вправо, по хилам Сацуне Ону влево, Войд, Буревестник, Стреля справа. Кто умрет от огня, будет минус. Рыбу кушайте. Фласки все взяли, надеюсь. Джанг Асум. Джанг, закастуешь СС по Паллинджеру, Чафион по Апокалу. По инженеру или по Паллинджеру. Сова есть? Все, а все взяли. Маги, дайте столик. Пал инженер, правильно. Отойдите с рыбы, ДКшники. Чтобы поесть. Ты стоял, стал стол, когда вы... Ну я. Сядьте все, пошлите, все сели. 3, 2, 1, забегаю. Ты стоял полчаса ждал. Там Гера с пула будет, нет? Все, отбежал. Да, Гера будет с пула. На пулу уфолога сразу не врывайтесь, потому что это мишка. Нужно хотя бы, чтобы он поставил босс. Пуляешь, Андрей, по слову пул. Да, можешь обмен не кинуть. Все, готовность. Вон у Джанг чего не хватает. Все, все готовы.
Погнали, припоты на первой секунде пьем. На свой опу гуляем. Дайте ему поставить только. Дали Геру. Следим за Агром также своим. Ой, как закончится Гера, закинь в квест. Все, разбежались право-лево. Кто сдохнет от вихря, будет минус. В огне не горим. После того, как закончит крутиться, пока у первый сейф под дашкой. Вообще спокойно сбежали. Это заебал. Отдай сейф пока. Сбежались. Настя, давай. Только давать у меня пропало это хуйня. Так. Нормально. Так, когти зверя, Инер по Войду, Милеш, Инер по Буревестнику, Маша, Инер по Астреле, Кусяо, Инер по Сацуне. Ой, ты если не кидал поездку, можешь закинуть. Я кидал, себе. Окей, окей, просто. Не следил за этим. Вихрь разбежались. Следующее после вихря по инженер дашь. Сейф. Когда вихрь будет заканчиваться. Ганг, не гори. Убежались под жопу. По огню не бегаем. Ой, ты что, пока поездку не кинем. Не кидать пока? Не-не-не, своя есть. Скажу как. Вот, тем более меня в шип закинуло. Если что, из момент есть. Ну, ты следующая дашь после того, как закончится. Все спокойно сбежались. А пока там еще голду. Давай, стерни. Уже дал. Давай этот войд поездку. Уже висит. Угу, спасибо. Так, скоро вихрь будет, разбили шипы. Как сразу вихрь будет. Разбежались. Испуга. Не горим. Сона. Хрень не поменял. Под босса жми пока. Да, так, не лезь, откатится Инер, зальешь по Войду, когти зверя в стрелю, Машка в буревестника, кучал абсолютно. Найс, nice, на танк ебать. Да, убейте.
разбили. Там сразу будет. Там вихрь разбежали. Но ничего страшного. Сейчас встану и буду бить. У вас сакра есть. Да, хорошо. Отдашь конец золотых. А, тут уже не будет конца. Бля, блядь, отдавай, два кила упало. Куща, дай БР по войду. Так, ты, наверное, с той стороны, войд справа. Давай. У нас вчера ур налет, если есть, там тоже можете взять. Влейте свободный иннер по стреле, у кого есть. Сука, это когда она работает, блядь, а? It's когда magic. Мне нужна бритуля, она не работает, блядь. Заебись, 40 тысяч, нормально. Еще и БЕшка, прикинь, да? Блядь, еще и ступни, сука. ГЦ. Кидай обмен, фак, вечните его. А сапоги классные. Угу, вот я думаю, блядь, либо отсюда его забрать сапоги, либо... Чего стреля умер? Мне не показывает. А ладно, в конце там не начинаем. Холодное пламя. Вагончик, потому что. Холодное пламя. Обмен, фак эвриван. Да, да, кидай обмен. Обмен, фак эвриван. Лучше как-то говорить. Он сгорел, короче. Ладно. Дай ему минус скроллана. Три люди крови требуют. Люди крови он требуют. Сам себе говорит минус ему дать. Все нормально. Этот, все, спасибо, Фак Ориван, удачи. Что, забираешь сторону? Да. Все, короче, я в ДД. Не, забрал одного, второго бери. Ты в ДД, Будрейвана засуманите. Бери правого. Смотрите там. Сука, да, сука, не надо иди, блядь. Да вы, блядь, без долги, я вах, блядь. Точнее, я стою и смотрю на помощника. Играем, РДСники. По один, ты второй танчишь, иди миликов забирай. Там, держи, ты там, где они стоят, забрал, правую. Блядь, я думал, сторону, блядь, я забрал милизон. Так у нас нет ДК. Четыре помощника в пачке, если что. Сейчас, смотрю, в два танка. Ну, пока успехнулся. Ну, ты чё, блядь? Кау, полуинженер, ты тут? Ну так и чё ты не танчишь? Забери вон звездочку, забери, пау инженер. И уведи ее. Уведи ее только отсюда. Уведи от этих людей. Влево уведи. Не крейд, уведи. Отведи в сторону. Играйте РДшники звездочку. На пул враска в него. Пау инженера. РДшники по звездочке играйте. Пуща вот один за. У меня уфолог запомнен уже. Не важно. Надо, аддон не дает отключить портрет просто. Так, все тихо. Этот. Фитили за рейдфреймом. Пол инженер, дальше заберешь. Дальше заберешь череп. И то же самое уведешь. А я не понял, а чего вы продали-то? Это кто вообще? Рейнтроль. Ну просто покупать не шел с ним. Милики, не подходите к звездочке, РДДшники тупо по звездочке играйте. Что-то он сильно. Иди забирай череп сейчас. Плечи упали. Бля, заткнитесь. Пожалуйста. Это деньги, бля. Браска, лучше ходить, буду минус 2. Там и на не могут, потому что у нас один на пол. Один на пол. Ну, в КД ни разу не было, нахуй. Так, Враска. На пулы отдаем. Кого? Лучше. Уфолога всегда пулишь, уфолога. Могу уфолога, только у меня аддон. Вот и пули его всегда. Сейчас кто будет фудить, будем давать минусы. Вы заебали, честное слово.
Пол инженер, иди забирай звездочку. Смотрите, кому со второго босса нужно что. Замены кто. Вот тебе должны вот написать, есть. Если я про замену спрашиваю. Если на замене кому шмотки нужны, то пишите. Если нет, то сейчас тем же составом будем начинать. Давайте тем же составом начинаем. Так, сейчас боты епашим, все, кто был в рейде. Ботиночки. 10 старт. Не лес 10. Дальше 100 идет, а не 10. Пятьсот не лежит. 1000. Копти зверя. Раз. 1200 не лежит. Раз. Два. 1500. Раз. Два. Дай мне. Вынеси метку. Так, вкратце по тактике. Так, у нас один на пул, вот это хуёво. На Йоми, который хан тут. Заходи в рейд. Великий к ним, если не зайдёшь. Кинешь копти зверя мне. На Йоми. Получается, кикаем на Йоми. Ну пока кикай, да. Зайдет, присоединю. Оставайся, Джан, пока. Рибафайте там, кто падал. Там на Йоми пишет 2 минуты. Ну тогда пока тактику расскажу. Один человек на замену. Будрейва надо что-то с боссом? С этого. Че, эту можно нидить сферу? Нидить. Конечно. Если она тебе нужна, да, но она не пылится, с ней ничего не сделаешь, кроме как походиться. О, я ее сролил. У меня есть. О, ну это нету. Судьба, все. Одевай. Сейчас 30 секунд, КД. Это, короче, кикай, пока на Йоми. Он в этом что-то по работе дергает. Дрэйвен, заходи, по инженеру отходи, зайдешь, плюсанешь. Прыгай пока у танка. Таксиона давай в рейд. Смонти таксион. Кого мне трэш напуливать? Сейчас. Так, будешь напуливать в Апакала, Апакал будет слева танчить. Андрей будет без напула, поэтому смотрись аккуратно. Первая пачка бьет слева, вторая справа, справа, третья слева, четвертая справа. Враска напуливаешь в Апакала. По хилам. Стреля Сацуне, Стреля Буревестник, давай слева хилят, он уводит Стреля справа. Также служи сразу же убегайте, на второй фазе будет кидаться, вообще будет кидаться контроль, стопайте ОЕ, кто убьет, будет тоже минус человека, и будут появляться духи, духов не ловим, учимся от них отбегать. Это смоньте Дексиону, не дай обмен Даня потом. Чё-то я не понял, шоу слева танчит? Ты танчишь слева. Опять в танк. Так мне буду до конца уже в танк идти. Ну, пойдешь, скорее всего, да, до конца в танк. Потому что сегодня Юи нет. Давай, поэтому, прыгай быстрее. Я уже туда. Все, ешьте рыбу, так все, он в пласку, по-моему, взял. Сейчас ему закину. А мне вообще... Да, сейчас... Будет? Что ты хочешь? У тебя слишком много сегодня, что ты хочешь? На замену петлять можно будет? Нет, нельзя. Сегодня будешь целый день. Если надо будет, это чили внешь. Будешь кипа получать. Сегодня нет напула, поэтому ты будешь веселей. Так, короче.
Я рассказал, что делать по СС-ам. Ну, не вижу смысла. Раскиньте СС и давай там джанг в Ону, Дексиона в Нелеса, Дексион в Кусяо, Будрейвен в Когти Двери. Все, готовность на пол и погнали. Времени тебе. Поехали. Трэш в приоритете, РДшники также рассредоточьтесь, чтобы вместе под лужей не стояли. Милики тоже, часть слева, часть справа, часть сзади бейте. Трэш в приоритетом, смотрите, справа на пула нет трэша, поэтому следите аккуратно, чтобы не сорвали. Выше ушел один милик, пока. Через 11 секунд выбежали милики, слева лужа появилась. Бля, это гростойку не включил, это сука танк, ебать. FDK за контроль, не стопа уйне. Все зеленка будет. Не лежь-то. Все, бернул, ребахните шнур, когти зверя. Веску надо? Служи выбежали, не, свою прожал. Отдай Будрэйвену. Скоро контроль будет, приготовьтесь. И трэш. Когда выходит трэш, без АУЕ бьете его. Стопнули все АУЕ, приготовились трэш ловить. И законтролить человека. Контроль приготовили. Когти зверя законтролили. Смотрите, под лицо не лезьте к мобам с топорами. Они АУЕшат. Когти зверя, продлите контроль. Сейчас закончится, можете АУЕ. Служи мгновенно убегаете, все, вы можете уехать. Идите за гром своим, особенно те, кто справа бьют. Служи выбежали, РДшники. Так, когти зверя, Инер по стреле, Нелеш по Сацуне, Кусяло по Войду. Контроль стопанули все ОЕ, скоро будет контроль, приготовились. Без ОЕ. Меня за контроль, я глыбу нажму. Нажмёт сам. Выбежали служи. Трэш. Трэш выходит, приготовьтесь, идите ловите. Играем все вначале по кастеру, потом по большим. Большой один в рейд, а пока побежал. Хорошо. По кастерам вначале играем. Служи выбежали. Через 5 секунд контроля АОЕ-ски стопнули все. Приготовились контролить. Все, и переводим босса. Без АОЕ. Хочу оно законтролили. Геру может нужно давать. Да, давай Геру переведем. Бля, на Шачлона, когда выйдет, еще одну Геру дадите. Выбежали служи. Отдайте еще одну Геру по Шачлону. Через 8 секунд помощники, ну, 5% должны перевести. Один. Забрали. Босса вывели в центр, приготовились от духов разбегаться. Косты сбиваете, плюс контроль. Через 8 секунд. Стопнули все АОЕшки. Следим за духами. Выбежали служи. Сацуны за контроль все обязательно. Один дух за определенно бежит. Один непонятно куда. В мили бегут духи, два. Убежали милики. Четыре кнопки я свой вел. В мили зону два духа, смотрите аккуратно. Бета-тестер, не лежь. Служи выбежали. Маша, Иннер, как откать, закинь по себе Иннер. Казбили, скоро будет контроль, приготовьтесь. Все, без АУЕ играем. Плюс духи, один в Кусяло бежит. Поздно уже, врезать. Приготовьтесь контролить меня. Агро заберите, агро. Духи, один в милизону бежит, один на... Все. Каз сбили, духи опять появились. Один в РДД зону бежит, один в мили. Один в мили бежит, два в мили.
Смотрите, мимики. Хорошо, молодцы. Скоро контроль через 5 секунд, без АУЕ играется. СУ же выбежали. Нажми я пока в массейв. Все, без АУЕшек. Сейчас контроль будет. 4 кнопки за контрольте. Не убейте его. Может, бабл будет. Духи. В миле один на какого-то кастера. Будреван. Раз сбили. Учитесь от духов отбегать. Как в хэмке это смерть. Выбежали с лужи. Наёми. Дух. Через 9 секунд контроль. Добили босса. Вообще на лестницу никто не бежит. Надо было всякие кожаные ролики ботинки брать. Ну, кипись, конь. Да там хуйня лут. Ну, короче, вообще. Ну, так. Короче, БОЕ наше все. Не, боешку эту разродим. Это боешка новая, кому нужна, и она сильная. Очень хорошая. Че, квест идем? Джанг. Да, да, идем на квест. Джанг, тебе нужен этот... Точнее, у тебя как там? Нормально все или лагает? Если лагает, то тебя лучше заменю. Давай, я ельму. Че, Сэм, давай тогда и багруху ролить. Ну, багруху ролим. Мы еще пока не на сурка идем. На сурка будет место. Бейте весь трэш. Мы все равно вас убьем его. Будет. Убьем его, а то... Дрюх. Так, дамские наручи, 10 ЕП стар. Андрей, ты же этот, на опыте. Так всего на 10, на Йоми 100. Дальше пошли. 100 раз. 102. 1000 Дексиона. Дракона только отверните. 125 или 1200, сколько там представишь? Нормально, напиши. Полтора. А, полтора, окей. Дексиона ставишь больше? Раз. Управление два, всего или какой-то подвиня. Обмен. Алина, кинешь одну. Обмен. Вань, поснимай, пожалуйста. Так, дальше. Лечить парни в это может. Кто боты забрал прошлое с первого? Когти зверя 1500. Так, Дексиона на первую поставил 10. Вам же на успехе Полинор и Буревестник, да? Лечу. Значит, Дексиона. Дексиона раз, Дексиона два, Дексиона три. Кинешь обмен, Дексиона, Дексиона минус 10 будет. Минус 1510, короче. Да, ребята, не. Наёми забрала этот запы за 1500, Дексиона минус 10 за этот заключен. Да, великан объем, конечно. Только потом никто не идет сдавать. Да, квест. Да. Бля, понял. О, я даже квест не взял, наверное. Там сзади кого-то. Идите за квестом. Идите за квестом быстрее. Руки нахапало. Да вы предложите просто. Нельзя так. Сзади трэш. Сзади моб убить надо. Квест не шарится, так, руки... если что. Руки на оффпек ролит кто-нибудь. Да мы с той стороны трождарили, бля, не пиздец. Там, скорее всего, беты. Тут, в принципе, если трэш еще один убить, то морг стоит. Все, никому не надо, значит, похуй. Я могу раскрыть. Ну, я тебе дам потом раскрыть. Этот, кинешь обмен Дексиона за плечами. Дракон спускается еще один. Грипните его туда под мобов. Теперь кому там нужен был босс?
Он настойчиво идет до той точки. Наверное, пиздит. У него скрип, походу, блядь, пока не долетит, то я захую. Ну. Он видит цель, не видит препятствия. Да, да. Им пухой. Кому третий босс нужен? Где грибы? Хорошо. Да я только что грибы. Кто уступит босса третьего? Да один я... человек на замену. Враска, ты забудь про замену. А пока вот ты тоже. Локсар уступит. Штан. А, точно. Ну я должен был попробовать. Вдруг прокатило бы, да? Там же танки огонь вроде. Тарсит каф, когда бьем этого моба. Лакса рост не просто. Не сахарите. А, подожди, у нее квест взят, а у Барменталя не взят. Давай вначале великана убьем, пусть квест делает. А потом. Подбежали все на квест. Скаф, поставьте всех за сумоните, чтобы квест все люди сделали. Нельзя лечь, говорит. Так, иди, иди бери. Отойдите от шкафа, адекашники, не сумонится, ни хера. Столько пиздец. Палатки бить будем, да? Палатки бить будем, да? Да, да. Палатки бить будем, да? Будем бить. Фласки убили? Да? Вы о чем? За какие фласки будем бить? Палатки будем бить, да? Да я нихера не понимаю, Петь, что ты говоришь, о чем? В палатке бить будем, как обычно, в палатке. А, в палатке, блядь, в палатке, ну какие фласки, за какие фласки? Да, за... Палатки. Все в разные палатки нашли, смотри. Вот тут еще есть палатка. Кликните на сумку. Там не всех засумонили, что ли? Хрен знает, вон пишет же. А, это Женя. Женя на замене пока. Давай. Смутусь. Через 20 секунд Геру дадите. 20 секунд, когда Гер. Бля, я так и не поменял треню. Андрюха, я считаю, сколько тебе истерии даю. Вот ты и закидывай по уфологу истерию, пусть это... Танчик. Что, иди ко всем, Андрей. Дай Геру кто-нибудь один. Андрей. Ло. Говорю, зайди ко всем. Нахуя? Ну, откидывай ты раньше атаки. Он дышит, блядь. Бля, отведи, я бить не могу. Может, перед ебаном пишут, нахуй. Нихуй. Алло, блин, чисто. Короче, этот квест сразу не идете сдавать. Кто побежит сразу сейчас квест сдавать, дам минус. Потом сдадите. А сколько минус? 1000. Так, Враска, сейчас тебе будет минус за то, что ты фудишь. Меня уже сегодня ты задолбал. Спокойствие поиграть, спокойно поговорить. Нер, добьем этого великана сразу лофа и персонажа, чтобы класка не тикала. Возьмем Барменталя на босса. Потом пишите сразу, кто на замене, кому сурок нужен. Чтобы сразу же поменять вас. Изморский, окей. И сразу человек, Марсес еще нужен был сурок, тоже кто-нибудь. Окей, Джанг, еще один человек, кто на замену готов пойти, кроме Враски. Я же тебе сказал, ты будешь веселее сегодня. Надо будет уточнить, внешь.
А мы в прошлый раз Урфанг за сколько минут убили? В прошлый раз не самая сильная пачка была. Ну просто сколько? Три? Три минуты. Четыре, короче. Без двух секунд, там 3:58 вроде бы. Я просто думал, что там здесь. Все, полетели на этого, Лера офиса, Барменталь в рейд. Вместо него. А если Монти Барменталь? Корабля упасть. Ну, минус случайно, я, значит. Ну, случайно минусанется. Случайно минусанется ИП. Давайте. Можно? Андрей, будешь. Так, а пока давай ты туда полетишь, Андрей, ты на этом, на нахном корабле. Да, можно. Сука, стоять, магов. Смотрим, как тебя будет прокидывать. Сунок, в принципе, есть свой, там должны уйти. Просто засмотри Барменталя, скаф быстрее. Все взяли у звездочки и ранец и надели. Кто умрет по глупости, минус 300 будет. Ну, где шкаф? Почему вот еще не поставили? Хорошо. Тыкните. Занимайся, он Барменталь. Да запрещено в пушку садиться. Ребафните, сядь, возьми этот полетку, Барменталь, запускаю босса. Погнали. Еще у звездочки есть время взять, кто не взял. Плюс один человек, вторую пушку надо. Сколько? Один любой человек вправо. Курси. Саш, я пока квест комп загружу. Женька, ты знаешь, на кого будешь нужен? На профа точно. И смотри, с каких моток тебе, с боссов никаких моток не. Не, я помню, у меня сейчас все очень жестко лагает, я пока компьютер перезагружу. Ну иди, 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 мы еще же до профа не дошли, еще 4 босса до профа. Играйте все РДшники по трэшу. Смотрите, отбегайте от этих взрыв-пакетов, а то они откидывают иногда. Перелетаем все по левой стороне. В раз корана полетел, сейчас сдохнешь. Пока он полетел, все по левой стороне летят, чтобы не получить урон. Милики, кружейнику, который возле Мародина, не подходите. РДшники сыграете по черепу. Черепу и там рядом с ним, который возле черепа. Выйдет заморозка, играть по нему уже. Опа, как умер? Как герой. Давай, Юра. Маэлик пропал, блин. Школа, наверное. Да.
Да стыд, ты пилляр только доверил. А я сегодня закончил. Теперь я еще никто. Поздравляю. Я с последним звонком на АПТ бежал. Сегодня последний звонок был? В России? Ну, у меня, да. Там, на следующий. Да, у нас на ну, рядом с работой школы там ерошку в руку, блядь. Ой, я по 40 тысяч прилетает. Сосуны у тебя есть и зубы. Зубы чуть попозже закинешь. Надо будет перелетать. Не, мне сейчас балл. Почему ты ранен? Надо. Он меньше дамажил. Там ранец, ему скорость так и замедляет. Вон, нажмешь вначале айсбаунд до заморозки. Можешь нажимать, потом зубы тебе закину. Давай. Вот. Войд через 7 секунд закинешь зубы. Покажу как. Закидывай зубы им. Санька потом массакру нажмет. Так, когти зверя, залей инер по сосуне. Нелец тоже здесь, тоже инер по сосуне залей. Да я на другом корабле, не достану. Кто на том корабле? Побеги к раю этого. Сань, нажми массакру. КД, я давал. Борменталь, почему ты на том корабле? Я дал сакру. Все, перелетели все. Пока у последний перелетишь. Дайте ребаф по Кусяу. Джанг сразу персонажа лофай. Еще один человек на замену нужен. Ай, блядь, снайпнули в полете. Пока не открываем, пока Сацуна не поднимется. Так, еще один человек на... Хорошо. Барменталь и Джанг на замену, пока не открывайте сундук. Саня, ты где? Я на портале. Умонитесь, пойду компотика возьму. Я тут. Открываю сундук. Рундук. С чего ты? Можете квест поздавать. Да, пока сумонимся, можете поздавать. Джанг и Барменталь офните персонажа. Марсес и Изморский поставьте шкаф и засумоньте. Что там, в ДД можно, да? Не-не-не, останьтесь. Что, вагруха? Купи зажигу, да? Так, Джанг, Изморского и Марсес. Сейчас, ставьте шкаф, потом... Поясок. Ну, ребят, скаф и Марсеза из морского сум. Потом эти успеете сделать. Удавать. Так. Мор. Голова ров. 10 хп мейнов. Раз, два. Наёми, раз, Наёми, два, Наёми, три, кинешь имен. Изморский фласка у Сацуны, Марсес у Войда. Сейчас рыбу поставлю, запускаем. Рибахните их. Чё там, рыбу жрите. Пять, четыре. 3, 2, 1. Запустил босса. Первый будет танчить уфолог. А пока узнаешь, как танчить, когда забирать. Не, давай ты я пока первый, Андрей заберет. Саня, кто топор? Он знает, кого. Топор еще никто не забрал. Можно мне? Топор